Привет, друзья, туристы. Сегодня у нас, да, туристический все-таки блог, наконец-то, у меня все засобачился канал. Бомжкрафт. Все бывает, зонтики ломаются, да. И что мы делаем? Выкидываем. Ну, не спешите выкидывать зонтики у нас. Бомжкрафт. У меня такой зонтик детский поломался. Надо с него снять вот эту ткань. Получается. Из нее можно сделать на небольшой рюкзачок. Что? Дождевик. Правильно. Нужно будет попытаться добиться, чтобы получилась вот такая штука. Так вот у меня рюкзачок идет, да? Вам понадобится вот такая резинка, которая по краю зонтичной ткани, да? Так складывайте и прошивайте. Получится что-то такое. То есть вот под этого зонтика так раз, один собирается все дело этой резиночкой, окантовывается, да, подшивается так по меньшим диаметрам. И все, и будет уже такой, конечно, тут гармошечкой кое-где пойдет, ну это не страшно, тем более. Считай, почти на халяву. Бомжкрафт, е-мое. Все, на этом, если идея нравится, ставим лайчик. Если не нравится, ничего не ставим. Проходим дальше. Вот, делимся видео с друзьями, подписываемся на канал, ну и жмем колокольчик, чтобы, как говорится, не пропустить новое видео. И да, заходим в группу ВКонтакте, также называется D-DSA. Вот, там помимо всяких обновлений видео, еще всякие куча интересностей я накидываю по туризму, ну и не только. Все, пока.